На завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В отдельных районах республики ожидаются грозы. По востоку пройдут сильные дожди. С юга подует порывистый ветер. Ночью воздух остынет до плюс 15 градусов. Днем потеплеет до 20. Нынешняя осень выдалась теплее нормы. Накануне днем максимальная температура воздуха составила плюс 24. Это почти на 10 градусов выше нормы. Остается надеяться, что и дальше октябрь будет таким же комфортным. Тропический шторм Гамма обрушился на побережье Мексики. Удар стихии пришелся на курортный город Тулум на юго-востоке страны. Максимальная скорость ветра здесь достигает 110 км в час. Мощные дожди серьезно подтопили улицы. Циклон продолжает двигаться в северо-западном направлении. Проливные дожди обрушились на границу Италии и Франции. За сутки выпало 630 мм осадков. Спасатели уже обнаружили тела 7 погибших. Пропавшим без вести числится 21 человек. Материальный ущерб, нанесенный области Пьемонт и окрестностям Ниццы, оценивается в десятки миллионов евро. Уничтожены несколько мостов, десятки автомобилей утонули в жидкой грязи. Завтра в Бобруйске весь день будет идти дождь. Небо плотно затянуто облака, возможны грозы. Днем столб термометра поднимется до отметки в 16 градусов, ночью похолодает до плюс 14. Анастасия Похлёстова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.